Жаль, что современные телевизионные технологии не дошли до того, чтобы передать запах, который здесь стоит. А он здесь действительно впечатляющий. Вот эти воды текут прямо в пруд, который располагается недалеко от Вяткино. Сотрудники коммунальных служб, устранявшие проблему, приездом нашей съемочной группы оказались, мягко говоря, недовольны. Но о проблеме рассказали сразу и доходчиво. Никто не занимался. Вот в чем дело-то. Я понимаю. Вот этого, вот именно. Здесь засрали. Вот я говорю, здесь засрали до такой степени. Канализация Вяткина настолько засорилась, что не выдержали колодцы. Через них-то и вытекают все сточные массы. Проблема усугубляется еще и тем, что рядом пруд. Летом местные жители, да и гости из Владимира, часто купаются в этом водоеме. О проблеме, пояснили ремонтники, властям известно было давно. Но администрации, которую возглавлял раньше Тимур Марков, дела до этого не было. В итоге... Половина Вяткина делится вот сюда, ага. И половина вот идет по этой стороне. Вот половина Вяткина, в принципе, течет сюда, да, но нет финансирования. Ты понимаешь, что мы готовы сделать, мы вообще можем вон там вот ветку проложить и все. Главный инженер, как потом представился нам молодой человек, пояснил, они уже третий день с утра до вечера за свой личный счет прочищают канализацию, но тщетно. Нужна специальная машина, а на аренду ее у новой администрации денег нет. По словам инженера, долг в 31 миллион рублей, накопленный предыдущим главой, не позволяет не только арендовать технику, но и даже заплатить зарплату за грязную работу. А сейчас вот даже вот, вот помпу, вот ту же самую, которая стоит сами 20 тысяч рублей, это фу, а их нет. За официальным комментарием мы отправились в местную администрацию, но главы Вяткинского поселения там не оказалось. Он на приеме граждан в Улыбышево, пояснили нам сотрудники. Мы направились туда. Главы в Улыбышево не оказалось, зато зам по ЖКХ ситуацию нам прояснил. Мы вот, новые люди, вот я пришел на новое. И проблемы эти, это не мы создали эти проблемы, это проблемы создавались предыдущей администрации. И эти проблемы создавались в течение нескольких лет. И мы сейчас мы вот разгребаем эти кучи, эти завалы. А завалов, по словам главы Вяткина, не счесть. И проблема с канализацией еще цветочки. Пока продукты жизнедеятельности откачивают практически вручную. И, видимо, теперь коммунальщикам придется поселиться около пруда, чтобы не дать ему превратиться в выгребную яму. Чтобы решить проблему кардинально, нужны деньги, а их нет. Алексей Соков, Иван Людков, 6 канал.